Задний ход можно делать. Передний ход. Как дрифтить? Что-то место такое стрёмное. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на Валеру Гостера. Это называется видео «Осуждаю». Кстати, что он осуждает, не знаю. Прям как на Твиче. А мы не на Твиче, мы на Тровой, на Ютубе, погнали смотреть. Всем привет, долго не было видео, откровенно не хотел ничего делать. Верю. Но вот такое бывает, типа, не хочу. Сижу не хочу, лежу не хочу, а когда хочу, не хочу еще больше. Надеюсь, что будущая смена обстановки поможет в этом очень хорошо. Это, кстати, возможный спойлер на возможный очередной румтур всратый. В принципе, все на этом канале. Неплохо. Ну и еще хочу сказать всем... Интересно, куда он переезжает? Это интересно. Держитесь. Надеюсь, у всех все в порядке. Ну, руки у меня есть. И ноги у меня на педалях. Ага. А, он в VR. Я, короче, стритрейсер. О, он в VR хорошо. Задний ход можно делать. Передний ход. Как дрифтить? Что-то место такое стрёмное. Похоже, это последняя гонка. Ладно. Да ну ты не был в уличных гонках. Ага, и куда мне идти? Ну, ехать, в смысле. А я знаю, что давно вас не было, ребята, на моем стрим-канале. Там, где сейчас я прям параллельно того, как записываю реакцию, стримлю. Поэтому приходите вдруг что, смотрите реакции самыми первыми, без цензуры. Я вас там очень рад видеть, ссылка в описании. Вот. Коротко, быстро. Не гоняйте, пацаны, матерям еще нужны. А это меня убьет? Можем разогнаться, задержать дыхание. Ладно, я дебил. Надо было, конечно, подумать об этом. Ну, он почти спасся. Я могу из этого трамплин собрать. Вам можно сюда заехать? Как неудобно. А часы такой огромный, или это я маленький? Вы посмотрите на эти умывальники. Блядь. Это было очень стрёмно. Ну да, в принципе, в туалете можно. Бежал просто. В туалете можно. Какая-то новая мода прятать пропуска в туалетах? Или я что-то пропустил в этой жизни? Так, все, я хочу писать. А, так я могу стоять? Так чего вы гоните вообще? Так я не понял, о чем мы расселись? Что? Да-да, ты тоже. О, встали, понятно, и автор покушает. Где ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимателен на дорогах. И пристегни ремень. Да-да. Что у нас здесь? Блядь, еще и руль дали. О, фон! С крупными штуками я вообще совладах. Это последняя гонка. Лап 2. Мош лэп, типа круг. Мы же на гонку. Лэп. Что-то мне не нравится это место. Ну заводись. А, залить, наверное. О, а можешь мне сначала, слышишь? Я же тоже машина. Вообще неудобно, а вкусно как с ней справиться. Говно, это просто нереально. Я сейчас все разолью. Здорово, как будто с утра пытаешься успокоить. Гонщик нелегальный. Профессиональный. Лечу на большой скорости. Таким ограниченным, как я. Ух, чудесный коридор. Как раз, чтобы разогнаться на нем. А. Отстой! Так, ну если там обрыв, то мне сюда. Ребята, всем здравствуйте, я могу здесь припарковаться. Лаборатория, так, это мне пригодится, скорее всего. А это что, магнитола? Project Immortal. А, ясно, вырубай. Неинтересно, на английском. Будет какая-нибудь. Изи. О, братишка, я тебя понимаю. Бывает. Проголодался. А он кушает кого-то? Нормально. Аппетита. Я, пожалуй, поеду куда-нибудь. А нафига мне подсвечивает эту дверь? Здравствуйте. О, друзья. А нафига ты мне светишься? Честно, не хотел бы вас беспокоить, но игра говорит, ну, видимо, придется. Иди и сражайся за меня, вон с тем. Защищай меня. Блин, оно ползет. Гриша, спаси. Я ж сейчас просто задавлю, слышишь? Не на того напал, Господ! Блин. Надо просто было резину. Ну что там, я поцеловал? Ниже полону одевать. Но после этого я немного сильно испугался, поэтому пошел в что-то такое доброе семейное играть. Помнишь, какой сегодня день? Сегодня мой день рождения! О, какая милота! Задувай свечку и загадывай желание. Спасибо! Мне нужно кое-что тебе сказать. Ты? На самом деле... Приемный! Бля, серьезно?
Я угадал! Не хочу я в это играть. А тебе норм? Ну как видишь? А, да реально, типа, своим голосом петь? Прикольно! Какая забавная игра. Малина, Майлата, Малина, Вызака. Блин! Я хочу в это поиграть! Ребята, все, это на трово будет, ребят. Все, это будет на трово. Эта игра будет 100%, потому что это максимальная игра для кринжа, поэтому жду вас на стримах. А надо повторить за ним. Ты угораешь, и что, паровоз? Да как? Это мой первый рабочий день на должности полицейского. Выписать штраф за парковку, у меня квест уже так есть. Так напишите, пожалуйста, что это за игра в комментариях, а то я что-то не посмотрел, если... да. Нифига себе, а если никто не нарушает в моем городе? Вдруг у меня здесь самый тихий и порядочный район. Не оплачено. Оплачено. Джекпот. Штраф за парковочку. А паркомат просрочен. Что столько нарушений на один квадрат? Здравствуйте, леди, а куда вы так торопитесь? А вы куда так? Значит, Левандовская. Пол Ж, рост 6 сантиметров, класс 8. А на фотке у тебя синяя кофта. Значит, а ты не в синей. Давай шмонать. Где синяя кофта? Вот тоже посмотрим, что там у тебя. Спиннер, блядь. Фу, чтобы тебя больше не видел. No parking 12-4. Ладно, стой. Стоп, за спиннера как бы можно посадить сразу. Если с 12-4, а сейчас 8. То есть... А, то есть нельзя. Или можно? Ай, ладно, хуйнем. Я запрещаю, я тут закон. Даже если я не прав, я прав. Все, это закон. Я всегда прав. Платье и кеды? Можно арестовать тебе такую, а? Кто так носит? Да ладно, это стилево сейчас. Ты с кем разговариваешь? Нормально. Ты, ладно, его тоже надо арестовать. Вы задержаны за распитие... Ты бредишь, что ли? О, в аптеке можно карулить. Ож, все, смотрим, кто в аптеку заходит. Подозрительный. Ага. Интересная стена, да? Кармашки выворачиваем, молодой человек. Человеческие зубы и спиннер. Откуда человеческие зубы? Можно вопрос? Как это вообще произошло? Как это понимать? Пускай, ну, просто фея зубная. Ну, что, похож. Наверное. В целом так тихо, ничего не происходит. Но просто бывает иногда... Спиннеры детям кладут. Переходят дорогу в неположенном месте. Достали! Чё, дурак, а если тебя сбили? Так, штраф 25 баксов. Место преступления произошло, была стрельба. Я стрелял, так что была перестрелка. Посидишь годик второй, потом поймёшь, чё к чему. Что-то ты мне не нравишь. Ну, поговорим. Ты подходишь под описание тех, кого я ищу. Просто проверка. Ничего не найду, все нормально. Что-нибудь найду, все мое. Ля, кстати, nice cock, man. О, ну это, ребята, залет. Это залет. Салфетки. Ила. Да? Попался. Попался. Ты обезоружен? Все, пока так. Походи, через недельку сниму, не помрешь. Все, город в безопасности. Ну, он помогает. Ну, значит, YouTube до следующего моего видео, это таки блок. Телеграм. Теперь я думаю, не такой уж плохой этот желтенький парень с лысой башкой. Теперь я думаю, зря убегал от тебя. По школе ты ведь любя. Наверное, я прощаю тебя. То, что выбрала парня с другого кружка. Не меня. Только красный парень дошел. Он показал нам шоу и ушел. И только тучка рела одна.
слезами горькими льется вода. Я хотел как много тебе показать, как жить, как от маяка сбежать. Стоит ли брать, стоит покупать ли. Я хотел научить тебя любить. Я хотел бы, чтобы понимали, как не надо жить. Блин, это очень мило, это очень прикольно. Класс, класс. Я помню, надеюсь, что все будет нормально с Тулом, да? Ну, друг чего, вы знаете, телеграм в описании и все остальное тоже в описании. Вот, ребята, что я хочу сказать. Ссылка на оригинал в описании. Так что в первую очередь перейдите, подпишитесь на Валеру Гостер. Это нужно сделать 100%. А там уже можете подписаться на меня, на телеграм, на Трово, там, где я сейчас стримлю. Спасибо большое. Всем удачки, всем пока-пока.